В Николаеве взрыв в жилом доме. Один человек в тяжелом состоянии в больнице. Что сдетонировало, специалисты гадают до сих пор. Подробности у Кирилла Ющишина. Взрыв произошел в частном доме. В нем всего 4 квартиры. В момент взрыва жильцы уже не спали. Собиралась на работу. Начала сыпаться стена, я начала выбегать к двери. И уже возле самой двери упала от хлопка. Вышла на улицу, уже когда возвращалась за документами, уже стена была в комнате полностью разрушена, и начался пожар у соседей. В квартире, где находился эпицентр взрыва, жила молодая семья с ребенком. Дома был только отец, у него ожоги 70% тела. И прозвучал взрыв, очень сильный взрыв. Аж все задрожало. Машины тут начали выть. Я выскочила на балкон. Человек весь в огне по земле был, катался. А какой-то парень проходил, он перелез через забор и пытался его потушить. В результате взрыва постраждала межкомнатні перекриття та частково несуча стіна будівлі. Евакуйовано одну особу з численними опіками. Несущие стены здания треснули, перекрытия полностью выгорели. По предварительным оценкам экспертов, дом не подлежит восстановлению, пока погорельцам предоставят временное жилье. Скорее всего, это будет или отселенческий фонд за счет общежитий, или же город будет рассматривать вопрос выделения средств на аренду жилья для пострадавших. В полиции возбудили уголовное производство по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Первая версия о взрыве бытового газа, по словам экспертов, не подтвердилась. В мэрии не исключают, что в квартире взорвался порох. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал «Интер», Николаев.